Объем льготного кредитования в сфере АПК достиг рекордного показателя – 580 миллиардов тенге. В 2025-м финансирование увеличит до 700 миллиардов. Такое поручение дал премьер-министр страны Олжас Бектенов на расширенной встрече с представителями агробизнеса. К ней в режиме видеоконференц-связи присоединились главы агрохозяйств из всех регионов страны. В этом году средства направлены аграриям на прямое кредитование, удешевление процентной ставки и форвардный закуп. Аналогичный механизм финансирования запустят и для перерабатывающих предприятий. Глава Кабмина отметил, государство и в дальнейшем будет поддерживать аграриев, а также призвал бизнес работать открыто и честно. Государство принимает все необходимые меры для всесторонней поддержки и создания благоприятных условий для аграрного сектора. Соответственно, и бизнес должен работать открыто и честно. Мы встречаем случаи неэффективного расходования выделенных средств, ложного учета, предоставления недостоверных данных. Все это незаконная деятельность ради легкой наживы. В послании главы государства народу Казахстана поставлены конкретные задачи по развитию сельского хозяйства – увеличению производства, круглогодичной занятости сельчан и эффективному обеспечению роста промышленности. Эта работа должна осуществляться на уровне тесных взаимоотношений государства и бизнеса. Только тогда мы добьемся высоких результатов. Фермеры положительно оценивают эффективность госсубсидии. 2000 хозяйств в стране закупили 20 тысяч единиц сельхозтехники по льготному автокредитованию. Вдвое увеличены объемы удобрений. В этом году получен рекордный урожай сахарной свеклы – 600 тысяч тонн. Ожидается не менее 20 миллионов тонн зерновых. Мы воспользовались этой программой «Кендала-2», получили кредит в размере 500 миллионов. Освоили этот кредит, то есть было приобретено горючее, были закрыта кредиторская задолженность по средствам защиты растения, по удобрениям, по горючему. Большая поддержка, допустим, в инвестиционных проектах, приобретение техники. Здесь урожайность у нас, рассчитываем получить порядка 35 центнеров с гектара. Для этой зоны, для этого поля это небывалый урожай.